Черные лебеди гнездятся на Лебедином озере, которое наполнено нефтью. Нефть – это и есть черный лебедь нашей Родины. Вопрос прямой. Сколько стоит эта картина? Хорошо, я отвечу вот прямо сейчас. Прямо сейчас? Прямо сейчас. $1 миллион США. Ну вот, например, если бы я был бы, например, будущим президентом Республики Казахстан Имангалиевым Тасмагамбетовым, то я бы от зависти сдох.